И здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшнем ролике я бы хотел вам продемонстрировать новую рубрику на моем канале, наверное, скорее всего, рубрика это новая. Называется «Три в одном» или «Пять в одном», ну, короче, не знаю. Но в ней я буду, короче, брать такую кучку леговские детали одного цвета, ну, там, примерно. И буду из нее что-нибудь собирать. Ну, тут, правда, стекло от этого деталика, не знаю, или было цвета. Ну, да ладно. Сегодня я вам хочу показать минимум три модели. Три пальца. Надо начать три, если вы знаете. Три, как фиксики. Я фиксик, ура! Ну, короче, вы поняли. Сегодня я хочу вам просто продемонстрировать как минимум три в одном. И что ж, приступим. Я даже не знаю, что у меня получится. Может, робот, может, машина, может, самолет. И там, та-дам, вот такой деталик осталось. И я собрал вот такой, по-моему, очень прикольный самолет. Полчаса на него убил. И вот сколько, какой у меня получился самолетик. Кстати, можно делать крылья в другую сторону. Знаете, в таких фильмах? Ну что ж, мы переходим к его сборке. Вот, как вы видите, у него очень такой прикольный. Вот какие детали мне для него понадобились. Для начала нам надо сделать два крыла и взять, вот, как вы можете заметить, вот такого вот размера. Теперь берем 2 на 3 и ставим вот так вот крылья. Можете, конечно, поставить вот так. Ну, короче, так и так будет прикольно. Делаем вот таким образом. Теперь нам придется 2 на 4. Вот так. Здесь, кстати, очень редких прям деталек не будет. Но здесь самая редкая деталька это вот эта вот. Может, здесь тут вообще 2 на 2 обычные. Так, что там дальше у нас по конструкции? Дальше по конструкции у нас вот такая вот деталька. Потом у нас идет вот такая вот деталька. Так, сиденька. Такая вот деталька. Теперь мы поставим вот сюда вот так и стекло 2 на 2, такую нашу детальку, сюда 2 на 2 и 1 на 2 мы ставим сюда в 2 на 3. И у нас получается такой вот интересный по своей форме смотрите. Вот. Следующая постройка будет поменьше и полегче. Я думаю, да, она поменьше, полегче. А вы напишите в комментариях, это лучше или хуже. Вот так вот, дальше я собрал вертолет, у которого крутится верхняя часть. Вот это как винт сзади. Вот это вот как подставочка. Вот так вот он у меня выглядит. Здесь вот так. Ну, по красоте он не отличается от самолета, такой же красный. Что ж, мы переходим к его сборке. Вот сколько для него понадобится деталей. Поменьше, скажите же, правда? Для начала нам понадобится вот такая платформа 3 на 2, на которую мы ставим стекло. Вот такую вот детальку. Потом нам понадобится вот такая вот деталька. 2 на 1, склон вверх. Ну, вы поняли, короче, вот так вот он выглядит. Теперь нам понадобится вот здесь 1 на 1. 2 на 1, это как плоская здесь красненькая. Потом нам понадобится 2 на 1 с одной пимпочкой. Ставим вы ее вот так. Сюда нам понадобится вот такая вот железная, 1 на 1 серая. Ну и винт 2, 1 на 6, вот такой вот. Теперь 2, 1 на 1 снизу пимпочка и 2 на 2 вот здесь вот такой платформа. Все, наш вертолет готов. Так что, ребята, извините, я прервусь. Папа сейчас сходил, купил несколько клипсов. Смотри, какой он вкусный внутри. Реально, очень вкусненький. Сейчас его съем и продолжу. Вкусно! Ну, завершение. По-моему, самая такая плохая поделка. Это вот такая вот моторная лодка. Не знаю, можно стало делать вертолет. Ну, по-моему, прикольно получилось немножко. Вот здесь как багажник. Вот это вот как...
так вот, короче, выглядит. Крыша у него такая. Стекло, конечно. Снизу тоже подушка есть. И вот она такая... Блин. Ну, короче, вы поняли. Блин, что нам сделать? Такая 2 на 4. Стекло. Такая вот деталька. 2 на 1. Вот такая, как сиденье. Она уже не раз в нашей конструкции. Вот такая вот. Блин. Вот такая вот, блин. Такая вот деталька. Ставим ее вот сюда. Да, ребят, скорее всего, такая рубрика будет. 2 на 1. Как пропеллер, вот такая вот будет у нас 1 на 1. То есть ставим 2 на 2. Снизу 2 на 2. Сюда 2 на 1. Вот такая у нас получается лодочка. Неплохая лодочка, как мне покажется. Кстати, ребята, что хотел сказать. Конкурс я не так и не придумал, какой у меня будет. Так что, наверное, в следующем видео я вам скажу. Ну что ж, а с вами была Таро ТВ. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока!